Всем привет, ребята! Мы снова будем продолжать нашу игру Blockcraft 3D. Я тут строю площадь Крейни, у меня уже 19 уровень, короче. И что вот так вот? Если у меня блоки заканчиваются, то я тут долго тут строю. Тут у меня закончить блоки. Вот тут трава все это сделал, все это сделал. Ну еще так и плохо, еще минута плохо. Но у меня все получится строить, я вас знаю, ребят. Я знаю, у меня все получится строить. Но я же говорил, ребят, что если в этом вагоннике, а у нас за наших как, да, за наших, что мне это не кажется. О, здорово, Антона и Галана. Я тут строю площадь Рени. Для вас. Так, у меня блоки закончились. Ладно, сейчас время на паузу. Вот, все, я уже посмотрел рекламные блоки. Если у меня все получится стройки. Так уже осталось все это достройки. Но это не так же. Что у меня с этим происхождением? Мы уже достроим, но у меня все получится. Если когда это был у меня мини-игра, когда я смотрю рекламу, и теперь такие, они быстро заканчиваются блоки. Ну что ж, я так и буду. Все, у меня все получится строить, ребята. Я ж не уже. Все на этих, на блоках все. Надо, может, все это достроить, которым я это все это сделал. Но у меня 19 уровень. Ну, не знаю, у меня сейчас получится и получится. Да, все, получится у меня. Все. А вот, ребята, если вы захочете, то пишите комментарии. И, конечно, вы будете стройки на площади Крини, у вас выходит на 19 уровень. Но я вам скажу, что если у меня... Да ты просто смеялся. Нет, не вообще просто. Это как-то не так вот. А, нет, подождите, это же другое испытание. Я что-то этот понял. Чем даже на эту попаске найти каких-то штуковины, мы будем достраивать и нашу площадь в арене. Площадь арене, это называется. Так, а это, наверное, что-то такое за проход. Ладно. Потом все это, короче, мы все это мы доделаем, чтобы у нас было красиво. Небольшая такая. Ну, большая такая, все это долго строить на этих блоков. Строить, и так блоки очень заканчиваются быстро. Я вам снимаю видео про концу, и мне уже видео выходит про концу. Вот смотрите, если у меня уровни так первые, они уже у меня уровни выходят. Ладно, сейчас, подождите, рекламная пауза. Я вот все включу, и теперь начинаем строить на этой площади Крени. Потом будем ставить факел. Ой, кошка, что там прыгаешь? Ох, уже наступает ночь. Потом наступит утро, когда быстро такое было. Да, и чем просто. Такая вот сики называется. Когда я тут строю всю эту деревню, потому что мне скучно, так когда я все уровни это все сделаю. А потом я это все сняла такие деревни, какие-то домыки. Я вот так вот как-то вот так вот. Елки, иголочки. А потом чего? И не посмотрим, что с ним на это не получится. Ну получится, конечно, да, все, я знаю, ребят. Я знаю. Все это мы достраиваем.
Так, он уже курочка спит. Господи, что-то у меня руки болят. Так. Ну так, чем? Ну, так вот. Ну, это... Это нам ничего не помогло. А, кстати, это... Мы уже начинаем уже все это достраивать. Ну и теперь будет готово. Для со своей информации. Вот что я вам пока включу звук, ну ладно. Если я вам не ошибаюсь, что? Что если вы когда не поверите и не похикиките? Так вы не похикики, ребята. Я слышу, когда просто... Когда ж просто мне был, в конце концов, ну, что было? Ну, ребята, не обращайте внимания. Ну, ладно, ребята, если вы захочете, то пишите комментарии. Конечно же, вы будете строить позже деревни, а они уже вам уровни выходят, когда вы все это строите. На этих домы, конюшни, и там, где... Большой дом, я особняк. Все вы будете строить. Как вам удобно, когда вам получится открыть на этих уровень 19-х. Ой, сейчас подожди. Так вот, все. Я уже все это почти. Все мне это достраивать. Все, короче, что вот так вот. Все это экспериментировать. О, кстати, еще тут. Так, еще тут. Ну, прямо, прям все это долго строить. Так, что тут с булочником? А, ладно. Ладно, не знаю, важно вам. Ну, так пишите комментарии, что вам здесь удобно. А если я тут строю на площади Крени, что прям угодно. Ну, наверное, ну, не будем вам заканчивать, и все это мы уже достроим на площади Крени, когда я это все строю, ну, и у меня все получится. Чё? Тогда я просто пошутил, ребята. Ребят, когда я вам не особенно, помогите вам мне достройки. Ребята, я не обращаю внимания. И просто я вам пошутил вам сказать. И потом я вам чем я это расскажу, ребят. Я тут строю, что если... Если такие блоки бывают, то просто ненавидит она этих словах. На эти законченные блоки. А то мне так заканчиваются блоки. Так была такая мини-игра. Когда я играл рекламой и. Ну, ой, сейчас, подождите, ребята, рекламная пауза. Все, ребят. Так, ладно. Пока мы. Все это достраиваем, но мы будем уже долго строить. Да не, у меня все получится, ребят. Я ж просто, я вам говорю, что у меня получится строить на этой площади у Рени. Так уже все это, уже мы достраиваем, ну, похоже, как на Рени, но это не просто такой вот. Так, ладно. Я вот чем когда-то занимался и ну все это строю по этим уровням, ну уровни так очень выходят, а у вас выходят на 19-м, ну не на 19-м, ну как на вид, ну у вас выходят уровни, вам уходит на их уровни. Ну, кстати, ребят, смотрите, вот тут даже все это не достроил. Надо все это достраивать. Все как прилично. И все как нормально. Я это все гестовую. И все как было.
Все это уже мы достраиваем. Ой, блин, все, у меня больше закончатся блоки. У меня уже заканчиваются блоки. Ах, блин, ладно. Хуй с ним. Так, вот так вот ставим на эту траву. И вот так вот. Блин, у меня все это плохо заканчиваются блоки. Ладно, я вижу, сейчас, подожди, где рекламная пауза. Все, я уже посмотрел рекламу. Ну, потому что так и неплохо быстро заканчиваются блоки, так и не особенно отхода жизни. Я просто хотел вам сказать, что я тут строю больше кирений, я буду строить на новый 2020, как он все это строил. Но если не ошибаетесь, и вот что, и кипейки никогда. Никогда не кирпеть. А когда нельзя так было его кирпеть, и вот я вам скажу, ребят, я честно, я кирпю. Я вас не выношу. Я вам все об этом все расскажу. Потому что что если мне это не особенно. Да я. Я просто когда-то мне это не пошутил, что они что есть и... Ой, блин! Все, у меня бойки закончились. А, ладно, ребят, сейчас подождите, я посмотрю рекламу. Вот, все, я уже все посмотрел. И теперь мы все это удобно достроим. Чтобы у нас было все это когда-то красиво. Ну, кстати, я еще все это не достроил. А, ладно. Ну не стоит ваше все. Когда-то не вышло. И что? Я и что? Что если... А мне что? На каких похоже на Вантуса. Но я когда бы очень быть осторожным на этих законченной блоке. Ну никогда... Вот это вот так не было. Ну, мы уже все это достраиваем. Посмотрим, как у меня все получится достраивать. Так, еще там мягкие. Где-то сейчас. Да видно. И постойте. А вот. Кажется, нашел. Так, еще тут осталось все это доделать. На этих полки. И мы уже достраиваем. На эти. Блоки долго не закончились. И они быстро уже заканчиваются блоки, просто и все. Я раньше куда оттуда не видел. И разве что я вам. Теперь я вам скажу, и куда мы здесь сюда пропали. Я вот честно скажу, ребят. Ну пожалуйста. Только мне поздравляйте от этот своим пожалования. Если что, мы это все это достраиваем, чтобы если ничего не достроили, скоро уже, ну, я не буду открывать и все это 12 уровень. Ой, нет, 20 уровня. Ну, 20 уровня, конечно же. Ну, не буду открывать, короче. Все это не буду строить. Все как прилично. Ну, я не буду долго строить на величественный забор. А, кстати, еще тут крышу доделать. А, ладно, ничего страшного. Ой, блин, сюда не могу. Ха-ха, ладно. Так, ладно. Мне все уже получится строить. Все мне как... Пришли, все как нормально. Еще за секунду осталось сюда строить. Ой, не надо ударять. Так, вот и. В общем, надо все это доделать. Не буду ударять на эту площадь варенья. И мы посмотрим на эту, на главную моя деревня. Ну и сейчас посмотрим. Кстати, я еще все это не достроил. Еще так, еще не достроил. А вот здесь тут и все
сделано. Так, а еще куда-нибудь. А, так я с боком. А, сюда достану не могу. Я точно. Я тоже его вот так понимаю. А, да, все это достраивать. Мне тоже так хорошо. А мне это уже все это достраивать. Так. Так. Блин! Фух, я чуть-чуть не упал. Все. Когда я открыл Porsche Carrera. Ой, сейчас подождите, у меня блоки закручиваются. Так, рекламная пауза. Вот, все, я уже все это достраиваю. Потому что я это, конечно, все это достану и дострою. Потому что слишком удобно. Так. Ставим. Ну, когда у меня все это получится, наверное, я это все знаю. Так, надо все это достраивать. И все будет сюрприз. Ура, мы построили площадь Кирене. Так, ну ладно, если что у меня такой Porsche Carrera так называется, что если я это все это строю, мы можем ставить факелы, короче, и что вот так вот. И короче, что так блоки заканчиваются, и все. Все, мы построили Porsche Carrera. Так, ладно, теперь ставим на вот этот факел. Куда мы будем ставить факел? Вы не помните, ребята, куда он ставить? А, кстати, давайте, например, где вот сюда. Сколько тут блоки? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Даже ведь тут стоят. Допустим, где вот тут ставил. Ну нет, так не очень достанет. Но у меня поет, у меня закрыто. Так. Все это мы можем все это строить. Такие факелы. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, он ставит факелы, чтобы так было красиво. Нет, так не очень такие. Ставить факелы, ну, а так правда. Ой, не, сюда я не ставил. А вот все получается. И что еще там есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Должна быть вот тут. И тут все это стоять без опряснички. Так. Это как-то даже какой-то нос. Ну да, как у меня все получится на каких факелах строить. Ну блин, почему мне поет у меня закрыто и что у меня такое? И
и все, да? Так, ладно. Ставим сюда и сюда. Даже какие. Ну, наверное, вот этот скико поставим. И вот такие факелы. И вот сюда. Так, все. Готова площадь Крини. А, кстати, я еще не достроил на эту крышу. Понял. Куда-то можно все это собрать. Так. Так как же мне это сюда? А, вот все. Получается. Так, ладно, допустим, где вот, вот тут. Так, вот тут и вот тут. Так, вот тут и вот тут. Все это можно, все это сделать и можно. Можно вот так все это доделать. Так, 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 ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, лучше, лучше я вот так вот все это достраиваю. Ну, а не стой. Что там? А, а две блоки можно так. И все. Получилась вот такая вот всех на этих факелах. Так, смотрим, кейс на карте. Что с ним? Она здесь. И вот так вот, чем вы зайдете на города будущего, кто... А, вот, все. Я забыл даже наломать на эти скиклы. Ой, не, не надо удаять. Итак, вот и, ребята, все. Все, мы уже достроили. Ура, е! У нас получается вот такая вот площадь Рени. Так площадь Рени такая плохая, такая гигантская, такая блокная. Когда я начал стройки, и такая гигантская. Вот посмотрите, вот такая вот площадь Рени. И у нас... Мне уже много монеток. Ну, все это мы можем все это строить. Ну, можем все. Вы будете так уже так строить. Там мне уже непонятно. Ты мне уже бежок. Так, такого веки. Да, такого веки. Так. Короче, такие задания. Все это вы можете на это строить. И все. Когда вам... Ну, если вам не обижайтесь. И чё? Ладно. Дайте построим вот этот такой каменный домик. Так. Куда нам сюда ставить? Нам места не хватает. Вот. Надо... Надо чем вот так строить. Ну, а это... Ну, так и вот и плохо ничего. Плохо ничего так и в законченном блоке. И, конечно же, не видит. На этих... Когда-то... Ну, когда-то что-то... Что-то у меня так когда-то было. Ну, мы строим каменный домик. Ну, каменный домик я это... Все это достраиваю. И все, ну, так, так, готово, это отлично. Так, а что еще стоит? Еще каменный домик? Да, давай еще раз построим, чтобы вот так было вот так красиво, чем на город. Не, сюда на место не хватает. Ах, ладно, что с ним так? Это было. Ну и ладно, когда... Ну нету. Ну нету, ребята. Ну, я хочу тут строить. Тут... не понял. Сюда места не хватает. Ладно. Точно. Ладно, давайте возвращаемся в деревню. Я потому что буду строить современный дом. И три домики и современный дом. Ну, три домики. Так, современный дом уже построенный. Так, ночью не будем мы это строить.
и смотрю, я вам показываю свою деревню. Такую прекрасную на вот этих наградного будущего. Ой, куда я застрял? Я не вопрос. Так, прыгай, прыгай и прыгай. И все. Я так уже рада, уже задумался. Я уже тут несколько раз я вижу, но это что еще не помогло часам. А вот этот никак, конечно, не очень. Так, ну тут все это у меня стройное, у меня уже открытое 19 уровня. Все я это строю. Так, дверь там не пусто, предметы. Так, вот, все. Куда мы будем входить? Сейчас мы что-то будем строить. А, кстати, еще я это забыл. Все это доделать. А хотя ладно, я не стояла. Так, где тут? Так, это мой, моя дом. Я тут живу. Все они спят. Все как прежде. Там панда спит. Так, все это на месте. Все. Ну, ребята, я вам, потому что я вам об этом хочу сказать, и, ну, и вот как бы, вот такая вот Blockcraft 3D, ну, и вот, как называется, вот тут все это стройное, все как прилично, все как я действую. Ну, потому что, если я говорю, так и не сложнее. Чем становится, ну, чем вот так вот, ну... Я тут устроил, ну, я отличу, что вот так вот. А это что-то еще. Сам не вот так вот. Ну, сама. Ой, об этом все это поговорить. На все этих. Ну, а вам, ребят, что, потому что тут какие-то речи, все это построено, все я красиво, все это сделал. Как игровой супермен. Ну, когда я это все это строю, как игровой супермен. И вот что я хотел сказать, и я вот тут строю строительный. Ну, и вот так вот так. Тут звукопоиск, короче. И что вот так вот. Так, стоит там сторожевая башня, а тут Турническая часовня. Эти пермы какого найдем на площадь Рене, конечно, уже есть там. Я уже все это там вижу. А я уже все это никогда, а потом разве это чудо? Это не велком, когда вообще это не просто, а вот тут такая построенная площадь Рени. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну, в моем деревне, какие площади Рени. А, так. А вот риски площади Рени, задание 1, блоков 1068-62. Да, мне это было уместно очень. Так, ладно. Давайте посетим деревню, на отмечении деревни. Так, сейчас найдем базу. Сейчас мы будем играть, где посетить деревню. Ну, фармаскер. Да, фармаскер. Так, тут Sky, Pets, Pet Dagen, награда, Battle Seeker, зоопарк, Форкоги, Майнин Конец, Фьоджи Росси, Адресики, Дом в небесах, уютный, не захотите во что, Сики. Так, хорошо, сейчас найду, будем играть в фармацию, что все это стоит на 19 уровня. Вот в фармаскер. Все, я это нашел. Сейчас мы посетим деревню. И все, когда-то больше все,
Все мы это достраивали на эту площадь варенья. И сейчас посмотрим на эту карту деревни. Так, вот футбол, троническая часовня, тут и гостиница, и где тут ребята. Так, вот цитаги. Все это вот просто встроены. Так, вот тут есть площадь Рени, тут какая-то 2020. Да, тут, короче, все это построено. Так, тут Толос, Кято, Ричи и Зугропоис. А нет, стойте, что это такое? Что это такое? А, ничего, что-то же исчезла такая вот. Но тут Зугропоис, а вот тут... А, нет, там где-то. Вот турническая часовня и площадь Грени. Все, раньше готово. Все это я вот строю фармаскера. Не, не фармаскер, а я. Мой деревня, это меня наша. Вы будете посетить деревню. У вас будет прекрасное. Чудо и чудо. Мне уже такая подсказка. А потом, что если я вам поддавать, я вам все об этом расскажу. И фармаскер, так, рай, там геймплей, давайте я с тобой посетим там геймплей. Ну, не строй на 19 уровне. Ну, так, ой, да тут все это немецкие животные, и уже все... Все уже на миске. Та ну, мне не уже, и ладно. Смотрим дальше. Так, смотрим дальше. Так, турническая часовня и звезда смерти. А еще какой? Парфедон. Ой, сейчас, подождите. Все, ребята, всем спасибо за просмотр и всем... Всем спасибо за просмотр, всем ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а то мне уже со секунду дают телефона, и всем пока!